что, мы на пирамиде. А-ля белая, не белая. Песчаная, не песчаная. Ну, это самое то захоронение. Не знаем, покрыта она тайнами многими. Природная она или построена руками человеческими. Доподлинно не узнаем мы этого никогда. Но сам факт того, что мы на ней, и что это одна из загадок Китая, отрицать мы не будем. Европейцев мало, но китайцы сюда пробираются. Все-таки их земля. Да и приехали мы, собственно, сюда тоже на китайском автобусе.